Так, ну что, друзья, всем привет. Вроде как у нас на Ямале немного потеплело. Решил поехать поохотиться, но опять похолодало. Не угадал опять с прогнозом я немножко. Но деваться некуда. Решил, думаю, раз уж собрался, поеду, посмотрю боровую дичь. Вроде говорят, куропатка у нас подошла. Пойду пройдусь на лыжах. Вон, лыжи надо обкатать там. Попробовать новую смазку для лыж. Посмотрим, что получится. Может быть, вдруг да и повезет. Ну что, поехали. Сейчас выберем место, где остановиться, переобуться. Ночью мело у нас сильно. На машине до своего места, наверное, не доеду, где планировал выходить. Тут еще, смотрю, конкуренты пробежали уже. Либо писец, либо лисица. Сейчас доедем, до сколько позволит дорога. И будем заходить, наверное, в лес. Ладно. Еще добраться надо. Что-то я опять переоценил внедорожные качества своего автомобиля. Приходится копать. Морда уже висит. Здесь тоже висит. Одна надежда на хвост. Раз уже не в 10-й, не в 20-й убеждаюсь, что внедорожные качества Suzuki Grand Vitara — это все-таки миф. Они, мягко говоря, преувеличены. Совсем не так. Ну, в общем, что, не добрался я до своего места. Есть еще одно. Надеюсь, туда грейдер прошел. Придется подальше на лыжах прогуляться. Ну что, едем искать дальше. Пробуем. Ну что, немного отдохнув, набравши сил. Есть у нас хороший заячий след. Куропатки, смотрю, там бегали. То ли ночью, то ли с утра. Пойдем посмотрим, ничего не остается. До своего места добраться, к сожалению, не могу. Ну, будем выбираться. Как раз у нас тут профилек есть один. Будем пробовать тропить здесь. Вот это у нас тропиночка. Грелся, сидел. За трубу ушел. Негодяй. Странно. Даже следочек глухаря нет. Глухариное место.
всегда было. Что-то не могу я его обрезать, бля. Туда-сюда. Носится придурочный. У нас опять три солнца. Лукоморье, дуб зеленый. Не повезло мне с рябчиком. Глаз кривой. Или руки. О! Не все потеряно, смотрите, друзья, в нашем мире. Тетеревиная голова. Стоит капкан на соболя. Такие пироги. Так что не все печально. Удачи им. Еще один капкан, чей-то путик, кто-то соболем промышляет. Да что ж у меня сегодня с глазом-то, а? Ну что, спорим меня? Девочка, сука. Жалко. Ну что, наверное, сегодня будем уже закругляться. Камера замерзла. Пауэрбанк. Странно как-то работает на морозе. Сейчас еще в одну заначку зайдем. И будем, наверное, собираться. Куропатка есть, как оказалось. Но есть и кривой глаз. Не знаю. Кстати... 155-я марка не заклинила. Ну, три раза всего стрелял. Перезарядилась, не заклинила. Не развалилась. Опять плюс ей в карму. Так что споры вот эти жаркие. Да, согласен. Сам называю ее веслом. Бревном. Но она стреляет. Жалко, блин, куропатку девочку застрелил. Но бывает. Ничего страшного, куропатка, не копылуха, блядь. Так что ничего страшного, я думаю. Ладно, еще в одно место заглянем. Будем собираться домой.